вижу. Ага, вышел 66 номер Толика Владимир. Готовится еще одна замена. Пока два штрафных забивает Юртай. Впервые в этом матче Марка вышла вперед. 13-12. Вышел 33 номер Константин Новиков. Вместо кого? Вместо 88-го Виктора Судая. Три. Пас под 45. Заслон наверх. Скидка вниз. Толиков. Ай-яй-яй. Не довернул рукой. Устинов, на удивление, хорошо защищался. На удивление, не потому, что он плохой защитник, а потому, что значительно меньше Толикова. На подборе кто будет? Лозинский после броска Юртаева. Дальше на Куртенка. Скидка вниз, перехват. Здесь надо бежать. Хотя Мигаек не самая скоростная команда. Перевод, хороший перевод. Три очка бы бросить. Бросить можно, а вот забить нельзя. Очередной подбор Юртаев забирает. Куртенок заступил, заступил. Подбор. Дудов останавливается. Наверное, должен остановиться по науке. Отдать наверх на Новикова. Дальше. Казаков три очка. Мимо. Юртаев очередной подбор. Видимо, статистика у нас сегодня не ведется. Потеря. Нет, не потеря. Просто мяч ушел от игроков Мигаека. Вышел на замену 40 номер Бориса Соплеткина Мигаека. Дородных еще одна треха. Мимо опять. Там Новиков с Казаковым вырывают мяч у Устинова. Косоплеткин, Дудов, вниз, опять перехват. Юртаев великолепно играет. Дороднов, Алиюб, два очка, великолепно разыграли. Дороднов накинул на Юртаева. Юртаев такой легкий алиюб исполнил. Хотелось бы, конечно, чтобы он как в былые времена сверху забивал такие мячи, но, видимо, сейчас не это самое главное. Казаков еще раз три очка. Мимо. Дороднов на подборе. Пас на Куртенка. Великолепно. Куртенок. Джордан стайл бросок с раздвинутыми ногами. Великолепно. Тайм-аут берет Людмила Волкова. Счет 17-12 в пользу Марки. Можно рассказать о том, как сыграли свои предыдущие матчи эти команды. Значит, насколько я знаю, Марка победила, выиграла уже две игры. Первую, с кем они играли, с Аргувком, если я не ошибаюсь. И вторую с Вегой. Победили двумя командами. Мигаек, и я, честно говоря, не помню, с кем они играли. Я обычно в первые игры говорю о том, какие изменения в составах. Но у Марки изменения – это самое большое в прямом смысле. Это приход Андрея Юртаева. А два приобретения поменьше – это приход Седова, который вышел сейчас на площадку, и Бондаренко. Говорят, что еще за них будет играть Алексей Коломейцев, но пока его не было видно. Новиков, скидка, Литвиненко, фол, да, фол Лозинскому, третий фол у него, должна быть замена по определению, должен выйти Константин Бондаренко, естественно, так оно и есть. Вместо Лозинского вышел Бондаренко, первый штрафной забивает Литвиненко Костя. Второй тоже точен. Счет 17-14 в пользу Марки. Бондаренко получает впервые мяч в этой игре. Должен отдать Седову по науке, да. Куртенок. Пойдет в проход. Хорошая скидка. Еще выше. Бондаренко 3 очка. Сразу мимо. На подборе там Дороднов. Непонятно, как оказался. Обыгрыш. Через руки мимо. Опять Дороднов через руки, опять Нет, точно.
Народнов отработал два подбора в нападении и два очка через руки. Там было бы неплохо для профилактики фол дать, но, видимо, не дает соседов. Он был непосредственно в близости. Ой, как хорошо развернулся профилактический номер Коликов Владимир. Просто великолепно. Кстати, приобретение Мигайка, если уж говорить о приобретениях. Дороднов, Юртаев через руки сразу, мимо, Седов на подборе, хорошо. Куртинок хотел поймать на фол, Дороднова бьют. Конечно, бьют Дороднова, друзья, вы что? Там звук такой был, что, мне кажется, в районе Крылатского было слышно. Замена Устинов вместо кого? Вместо кого? Не вижу. Вместо Куртинка. Устал Саша, видимо. Или много разговаривает. Первый штрафной точно Дороднов. 20-16 плюс 4 марка. Второй мимо. Такое ощущение, что не хотел бросать, а Устинов на подборе. Юртаев, Седов. Пробежка у Седова. Засеменил он ногами. В метре был Белолуцкий. Все верно. Четыре заказывает Костя Новиков. Плохой пас на Толикова. Вниз. Дороднов очередной раз мяч выбивает. Пас Литвинову. Два очка должно быть. И они есть. Великолепно. Новиков не будет бросать. Назад. Сейчас бросит мимо. Было видно по траектории. Юртаев забирает. Плохой пас. Перехват. Дудов перехватывает. Бросит мимо. Вообще ужасно. Там кто-то на подборе. А этот кто-то, это Литвиненко Костя. Последняя минута первой четверти, плюс 4 у марки. Седов. Блокшот. Стоя блокшот Седову ставит. Ставит и потом перехватывает Дудов. Еще и пас. Два очка. Великолепно играет Дудов. Блокшот Седову. Перехват от Бондаренко. И отличный еще пас. Дороднов будет бросать через 9 метров, если можно так сказать. 10 секунд на владение, будет обыгрывать. Через руки, мимо, а на подборе Бондаренко, великолепно. Таких надо отрезать, в смысле не таких. Косоплеткин, что тут придумает, блокшот будет. Нету, что там, 2 очка, нету, опять нету. Закончилось первое четверть со счетом 24-20 в пользу команды Марка. У нас небольшой перерыв.